007, наконец-то. Доброе утро. Полагаю, вы знаете Фредерика Грея, министра обороны? Командор. Здравствуйте. Кью. 007. Лунный гонщик? Что вы об этом знаете? То, что прочел в газетах, сэр. Американцы одолжили нам космический шаттл «Лунный гонщик», и его перевозили на Боинге 747. И, кажется, в районе Юкона они оба разбились, верно? Это официальная версия. Правда, более неприятно, 007. Взгляните. Вот место катастрофы. Обломки разбросаны на огромной площади. Это то, что осталось от фюзеляжа. Мы все там прочесали, никаких следов лунного гонщика. Совершенно. Вы считаете, что шаттл угнали во время полета? Как раз этого и должны установить. Шаттл построили в Калифорнии, компания Drax Industries. Да, мы отвечали за безопасность этого шаттла, командор. Как вы понимаете, правительство США встревожено. Конечно. Думаю, надо начинать с Калифорнии. Согласен. Постарайтесь избежать ошибок. Ситуация критическая. Нам надо найти этот шаттл. Да, сэр. Я вас покидаю. А, одну минуту, 007. Возьмите вот это. Засучите правый рукав. Это стандартное оружие. Вам пригодится. Закрепите на кисти. Активизация происходит от нервных импульсов мышц. Вот так? Благодарю, 007. Будьте осторожны. Да, Кью. 10 стрел. 5 синих способны пробить броню. 5 красных с цианидом. Смерть наступает через 30 секунд. Оригинально. Можно продавать на Рождество. Всего хорошего.